Александр Витальевич, уважаемые друзья, первый раз, считайте, вы в Минске, и первым прямым рейсом, я так понимаю. Это очень знаково, хорошее начало и для бизнесменов, и для людей, особенно отдаленных уголков России, приехать в Беларусь и не только познакомиться с Беларусью, но и получить соответствующие санаторно-курортные процедуры. У нас россиян очень много бывает в Беларуси, и мы боремся там за первое и второе место среди российских граждан по посещаемости зарубежных стран, хотя я считаю, что для России Беларусь никогда не была зарубежным государством. Нам есть что предложить друг другу и в сфере туризма. Архангельская область – давний и очень надежный партнер Беларуси. Мы пока не достигли, конечно же, заоблачных цифр в товарообороте, но, я полагаю, у нас все впереди. С 2020 года идет планомерное увеличение объема взаимной торговли. 5 лет назад мы говорили о достижении максимального на тот момент обмена товарами примерно 46 миллионов долларов, но уже в 2023 году нами установлен соответствующий рекорд, который равен 85 миллионам долларов товарооборота. Примерно. Отлично, что в начале текущего года сохраняется положительная динамика. Товарооборот увеличился почти в 3 раза до 27 миллионов долларов. Я про этот год говорю. При этом опережающими темпами вырос импорт из вашей области примерно в 5 раз, 4,5, практически до 22 миллионов. Экспорт немного скромнее, немного выше 7%, но мы настроены решительно и думаю, что мы подтянемся еще в ближайшее время. Что касается нашей страны, сегодня удивительным образом дает результат именно то, что не так давно было главным предметом западной критики. Ценой больших усилий в Беларуси сохранили все ключевые отрасли экономики, определяющие отечественную специализацию. Мы развиваем производственную базу на собственной платформе, постоянно модернизируется сельское хозяйство, но главное – есть люди, научный потенциал в приоритетных для нас секторах экономики. Мы достаточно глубоко проанализировали совместные возможности и хотел бы буквально в нескольких словах остановиться на главных направлениях и перспективах нашего сотрудничества. Первое – это машиностроение. Флагманское направление – экспорт техники БелАЗ, которая себя прекрасно зарекомендовала, в том числе в условиях Крайнего Севера. Сегодня активно ведутся переговоры по поставке партии карьерных самосвалов для первой горнорудной компании. Следующий блок – пассажирский транспорт. Мы благодарны вам за выбор современных автобусов МАЗ для масштабного переоснащения перевозок в столице вашего региона. Общая поставка в конце 2022, начале 2023 года составила 150 машин. Гарантийное и постгарантийное обслуживание для белорусских производителей – приоритетная задача. Знайте, что все недочеты, которые могут быть выявлены в ходе эксплуатации, будут немедленно устранены. Если нужно будет, мы свою технику будем обслуживать сами. Мы можем поставить несколько инженеров и набрать у вас людей. Мы их обучим, они будут под руководством наших инженеров обслуживать технику, которую мы вам будем поставлять. Лесозаготовительная техника. Архангельская область является одним из ключевых лесных регионов России. Техника «Амкадор» у вас работает, однако некоторые все еще ориентируются на машины из недружественных стран. Запчасти привозят по серым схемам втридорога, а то и в 5 раз дороже. Разбирают по винтикам сломанные экземпляры. Это неэффективно. Уже сегодня в Петрозаводске реализуется уникальный проект. Создается первое в России производство лесных машин «Амкадор». Головное предприятие в Минске. «Амкадор Онега» в Карелии сейчас оттачивают качество и подстраиваются под запросы именно российского покупателя. Надеюсь, у архангельских лесозаготовителей очень скоро будет большой интерес к новой союзной технике.
И я вас прошу поддержать этот выгодный проект для нас и вас. Притом я не исключаю того, что мы напрямую будем с Минска с вами сотрудничать и обеспечим все потребности, а они немалые, для Архангельской области. Второе. Модернизация промышленных предприятий. Прежде всего речь о лесоперерабатывающих, судостроительных, судоремонтных мощностях. За белорусскими современными станками, оборудованием сегодня, к счастью, выстроились очереди до конца этого года. Но резервы у нас есть. В ближайшее время россиянам предстоит решать вопросы, связанные с существенным наращиванием перевозок по Северному морскому пути. Для этого необходимо строить суда усиленного ледового класса. Потребность, по-моему, 90, сейчас 30, производится. Данная тема для нас актуальна. Актуальна не только в том, что мы можем быть вам полезны при строительстве этих судов. Нам очень важно серьезно освоить Северный морской путь. А это десятки миллионов тонн груза, потому что в связи с санкциями западные страны закрыли свои порты. Поэтому для нас очень важно освоить Северный морской путь. Мы свои товары в небольшом количестве попробовали поставлять по этому пути, особенно в Китайскую Народную Республику, на Дальний Восток России. Это очень выгодный для нас путь. Поэтому для нас будет очень большой интерес работать с Архангельской областью. Может быть, даже минуя порты, которые мы создаем под Ленинградом и Мурманском, напрямую в ваши порты. Но я думаю, в ближайшее время мы определимся с вами, как быть. Третье. Логистика и транспорт. Стратегическая задача для Беларуси – найти новые возможности перевалки экспортных грузов. Мы знаем специфику портовой инфраструктуры, как я только что сказал, Архангельска. Она не предназначена, к сожалению, для нашего главного экспортного продукта калийных удобрений, а это 15 миллионов тонн в ближайшее время. Ваша специализация – контейнеры, генеральные грузы, в этом вы можете быть интересны нашим производителям леса и металлопродукции. Но конкуренция в данном вопросе острая, в том числе на северо-западе, экономика перевозки на первом месте, поэтому мы готовы работать сообща. Архангельск традиционно является одной из опорных точек для северного завоза. Ваш регион также узел перевалки грузов, в частности, строительных материалов для крупных объектов по добыче полезных ископаемых в арктической зоне. Кроме того, у вас в ближайших планах развитие Архангельского транспортного узла для более активного включения в освоение Северного морского пути. Здесь мы также могли быть полезны друг другу. Четвертое. Жилищное строительство. В Архангельской области решается важная социальная задача по переселению людей из ветхого жилья. Вы опережаете на год примерно эту программу, хотя объем работ немалый. Думаю, что поставки строительных материалов, помощь строителям в каком-то объеме мы также могли бы проработать. Перспективная сфера – разработка торфяных месторождений с последующим производством высокотехнологичных продуктов, таких как регуляторы роста растений, активные кормовые добавки для сельского хозяйства, животноводства, нефтедобычи. В Беларуси производится все необходимое оборудование для добычи и глубокой переработки торфа. И это далеко не полный перечень сфер нашего партнерства. Поэтому я предлагаю обсуждать не единичные проекты, а сразу план наших действий, как принято говорить, дорожную карту, пакетный подход по каждому направлению. Через год или два мы можем подвести итог о проделанной работе. Поэтому хотел бы, Александр Витальевич, услышать ваше мнение в связи с вашим визитом в Беларусь. И если надо принять какие-то решения сегодня, мы готовы это сделать. Прошу вас.
Спасибо большое, уважаемый Александр Григорьевич. Я в первую очередь хочу поблагодарить вас, сотрудников вашей администрации, за тот прием, который оказан делегации Архангельской области. Мы приехали действительно представительной делегацией и руководители всех органов исполнительной власти, больше 30 представителей бизнеса, компаний, крупного, малого бизнеса. Здесь с нами делегации сегодня работают, каждый по своему направлению. Я думаю, что завтра мы сможем уже подвести предварительные итоги о тех переговорах, которые были проведены. У нас тоже очень насыщенная повестка работы. Мы, кроме встреч с руководством республики, также посещаем крупные предприятия. Большинство из них вы сегодня обозначили. Еще отдельные слова благодарности хочу вам сказать за такое глубокое погружение и знание возможностей взаимодействия между Архангельской областью и Республикой Беларусь, несмотря на то, что мы самый северный субъект Российской Федерации находимся, как кажется, на краю фактически земли на берегу Белого моря. Тем не менее, действительно, я думаю, что для Республики Беларусь, для Архангельской области есть большой потенциал для взаимодействия. У нас создана для этого необходимая нормативная база. В следующем году мы уже исполнится 10 лет, как у нас подписано такое основополагающее соглашение о сотрудничестве. В прошлом году в Уфе на форуме регионов мы подписали очередной план действий на 2023-2026 год. Там достаточно подробно и четко обозначены основные направления нашего сотрудничества, но, конечно, сегодняшняя жизнь диктует нам новые условия. Мы должны достаточно оперативно реагировать на те изменения, которые происходят.